вернуться в роль, потому что можно закончить плохо. Можно умереть на сцене. Нет, я шучу, конечно же. Самое трудное, наверное, изобразить безнадежность, которая присуща Маргарите и, в общем-то, в конце спектакля уже и Арману. Безнадежность в любви, безнадежность в жизни, в принципе, которая сопутствует ближайшему концу, то есть смерти. Самое легкое на данный момент, мне очень повезло с партнером. Я его называю мой Есенин, потому что он мне почему-то напоминает его. Мне это дает много хорошей школы. Я от этой хореографии пытаюсь вытянуть все возможное. Потому что Тит объясняет очень понятно, досконально. Конечно, иногда мы сопротивляемся, иногда он очень хочет много. Но это естественно, это работа. И он, конечно же, только хочет добра, только самого-самого лучшего нам. Смотрим, улыбаемся, мы трогаем друг друга. И тут не нужно слов. Мы, по-моему, объясняемся совсем другими вещами, не словами. Говорят, поют, Мулен Руж поют, играют, говорят. Это все-таки более наигранно. Как бы тебе дают из ложечки сразу же в ротик, и ты уже переживаешь. Все-таки в балете ты можешь. Когда я даю жест, когда я смотрю, ты можешь добавить все-таки от себя всегда. Ты можешь жить вместе со мной эту роль. Человек хочет получить, или мы хотим дать ему энергию для мысли, для того, чтобы он вышел из театра, и он от этого, от будничных вещей отстранился и подумал о другом. Вот если будут такие мысли, значит, мы достигли своего. Мысли о спектакле, мысли о жизни, вот даже банально о постановке. Значит, мы своего достигли. Всегда должна быть конкуренция. И плохое, и хорошее. Я за критику, и хорошую, и плохую.